Здравствуйте, друзья, всем, кто следит за смешанными единоборствами. Сегодня день турнира UFC 252, в котором принимают участие такие вот яркие парни, как Шон Амели. И не только из-за прически. Шона Амели называют будущей звездой UFC, некоторые уже таковым его считают, но и надо в бою с Марлоном Верой побеждать, чтобы не оставить никаких вопросов. Это заглавный бой, проходит он в легчайшем весе. Как я уже сказал, в октагоне встретились Шон Амели и Марлон Вера. Первый раунд, и Вера начинает атаку. Двигается уверенно, атакует Шона низкими ударами. Амели занимает контратакующую позицию. В какой-то момент после удара ногой Веры показалось, что что-то случилось с коленом Шона Амели. Вера это почувствовал и заметил, и пошел напирать на визави. Град ударов, и после этого рефери пришлось останавливать поединок. И точно, Амели получил травму ноги, что с ногой узнаем совсем скоро, об этом уже в следующих выпусках. А пока, официальный результат. Марлон Вера побеждает техническим нокаутом в первом раунде. Очень быстрый получился поединок. Марлон Вера повредил колено Шона Амели, после этого быстро закончил ударами из гарда этот бой. Что думаете о поединке? Делитесь своими мыслями, друзья. И посмотрите, как ММА-сообщество отреагировало на победу Веры над Амели. Майкл Чендлер. Подворот лодыжки может ослабить нерв. Интересная цепочка событий окончания боя. Алекс Волконовский. Всякое может случиться в этом чертовом спорте. Безумные игры. Мэтт Браун. Отстойная концовка. Быстрая остановка. Отличный бой от Веры. Нельзя от него что-либо отнять. Стивен Томпсон. Блин, неприятно видеть такое с молодыми звездами. Выздоравливай, ты обязательно вернешься как никогда сильным. Яир Родригес. Я с Читой Верой. UFC 252 в восторге от этого. Алан Джубан. О да, готовы к этому. Коди Гарбранд подколол своего недавнего соперника по твиттеру. Коди написал: «Некоторые не созданы для войны. Хэштег без сахара». Рафаэль Дос Аньес. Отличная работа, Чита Вера. Генри Сихуда. Как и говорил, всего лишь лай. Кап Свонсон. Поздравляю Чита Веру с громкой победой. С кем бы вы хотели видеть, друзья, следующий бой Марлона Веры после его победы над Шоном Амели? Делитесь своими мыслями. А у меня на этом пока все. Увидимся и услышимся в следующем выпуске про Миочичи и Кармье. Всем удачи, всем пока.